Это дикий североамериканский бобр. Впервые люди принялись обследовать болотистые пустоши и водные пространства Северной Америки в погоне за ценным мехом этого водоплавающего. Их безжалостно уничтожали с начала 17 века. Но недавно, когда охотники почти полностью истребили их основных врагов, у бобров появилась надежда выжить. Бобр – печальный пример того, как нарушается баланс дикой природы. Особенно острый характер проблема приобрела на севере Канады, где есть множество озер, образованных ледниками в скалах, а неприветливый климат враждебен всякой жизни. Именно в этих местах бобру приходится труднее всего. Всю золотую осень и долгую суровую зиму вплоть до весны Кусто и экипаж Калипсо будут наблюдать неустанную борьбу бобров за выживание. Они увидят бобра в привычной для него роли архитектора, инженера. Он продемонстрирует свою замечательную способность строить надежные жилища, запасать еду на зиму, сооружать плотины, сдерживающие напор воды, делать запруды, которые улучшают условия обитания многих природных особей. Однако проекты бобра нередко противоречат планам человека. Отряд по защите дикой природы из канадского департамента естественных ресурсов отловил одного взрослого бобра. Бобровые плотины достаточно высоки, чтобы защитить их логово от напора стихии. Но в то же время они вызывают затопление немногочисленных дорог, проходящих в этих безлюдных местах. Откуда знать бобру, который инстинктивно готовится к лютой зиме, как он осложняет жизнь людям? В соответствии с программой защитных мер, его переселят на север, подальше от человеческого жилья. Несколько лет назад с него непременно сняли бы шкуру. Сегодня же он будет помещен туда, где его трудолюбие оценят по достоинству. Видите, как он нюхает осенний воздух в незнакомой местности? Растерялся, бедняга. Ведь до того, как ударят морозы, этому переселенцу надо успеть выстроить себе новый дом. Иначе он погибнет. А теперь команда Кусто последует за бобрами на север Канады. Подводная одиссея команды Кусто. Режиссер Филипп Кусто. Композитор и дирижер Вальтер Шарф. Продюсеры Жак-Ив Кусто и Маршал Плом. Бобры Северного края. Чтобы проследить за судьбой бобра в северной глуши, исследовательская команда Кусто покидает озера Ла-Ронж и направляется к рекам и озерам Верхнего Соскочевана. Внизу дорог нет, лишь кружевная вязь лесов, рек и озер, вновь обретенная бобровая империя. На далеком озере Фостер отряд наводит понтоны. Американские лоси уже сбросили рога. Но ничего, по весне опять отрастут. Люди разгружают строительный материал, чтобы разбить первый на девственных берегах Фостера лагерь.
Коттедж должен быть прочным, чтобы выстоял под натиском затяжной северной зимы. А пока не грех насладиться бабьим летом. Команда Калипсо плотничает, и помогают ей в этом индейцы племени Кри. Первым под крышу возведенного коттеджа входит ирландский сеттер индейцев. А вот и капитан Кусто. Привет, как дела? Хорошо, отлично. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать. Все хорошо? Замечательно. По-моему, лучше места не найти. А песок вы тоже завезли сюда, или... Конечно, самолетом доставили с юга Франции. Нет, с Тихого океана. К отряду Кусто присоединился биолог, много лет изучающий повадки бобров, Кит Хей. Вот видите, видите, топь. Глубокая. Тут и утонуть недолго. Хей и Кусто перебираются через устроенную бобрами трясину. Словно зыбучие пески. Вот именно. Засасывает, как зыбучие пески. Но это почти что остров. Кошмар. Плавучий остров. Когда-то я писал об их защитных рефлексах. Так чего доброго провалишься. А вот одна из кочек ориентиров, так мы их называем. Бобр приносит две пригоршни мокрой травы и укладывает их таким образом. Вот так. Если понюхать, чувствуется сладковатый запах. Он там? Там. Дайте взглянуть. Только осторожно. Самцы и самки выделяют из брюшной полости немного бобровой струи и тем самым предупреждают кочующих бобров о том, что место занято. Ага, точно. А вот это, видите? Это их канал. Бобры прокладывают по дном водоема каналы, ведущих к их продовольственным складам. Очень глубоко забираются. А куда он ведет? Под землю или... Сперва под землю, потом наверх, в кусты или в заросли ивняка. Ему ведь надо обезопасить себя от хищников, пока он добирается до своих припасов. Чаще всего бобры кормятся на заболоченных берегах, поросших влаголюбивой березой и осиной. Филипп Кусто с друзьями, подобно охотникам-европейцам 17 века, отправляется в разведку к уединенному озеру, где водятся бобры. Человек сразу стал главным врагом бобров, когда явился на золотоносные пустоши Северной Америки за пушниной. Очень ценился также продукт с мускусным запахом, выделяемым бобровыми железами. Еще древние греки считали его средством от всех болезней, от колик до истерии. Сфотографировать бобра не так-то просто, ведь он работает в ночную смену. Из своего укрытия он выползает ближе к вечеру, когда наступают сумерки. У бобров хорошо развито обоняние, и они весьма недоверчивы. Вегетарианец-бобр питается тонким слоем камбия, залегающего под древесной корой. Логово бобра, точнее, его крепость, имеет коническую форму и сделано из облепленных грязью веток. Жилое помещение в этой норе находится над уровнем воды, но вход в него утоплен по меньшей мере на 4 фута. Рядом с норой зимний склад провианта, уложенный штабелем от поверхности до самого дна озера. Молодые бобры подносят к складу питательные веточки.
Филипп сейчас снимает взрослого бобра, который тащит в передних лапах грязь, чтобы укрепить свое жилище в преддверии зимы. Пруд скоро замерзнет, и походы к провиантам продолжатся уже подо льдом. В зимнее время бобры будут переносить веточки обратно в свою уютную, расположенную над водой, квартиру. Бобры без устали трудятся до рассвета. Поздняя осень – самое горячее время для них. Надо еще приподнять дамбу ветками, чтобы можно было беспрепятственно курсировать под ледяной толщей. Когда выстроенные бобрами плотины приводят к затоплению дорог, человек вынужден принимать ответные меры. Бобры, как и люди, способны изменять окружающую среду. Но если стихийная застройка вступает в конфликт с цивилизацией, бобрам ничего не остается, как переезжать. Вот они, эти злоумышленники. Их изловили и отправляют на поселение. Существует правило, согласно которому бобров депортируют не ближе, чем на 100 миль от дороги. Но если сделать это слишком поздно, насильственное переселение обернется для них неминуемой гибелью. Неужто этому всего год? Да, в июне год был. Как думаешь, их тут целая семья? Не иначе, а может, пара надумала своим домом жить? Ты можешь отличить самца от самки? Нет, это очень трудно. Филипп получил разрешение охранять двух бобров. Зима близка. Едва ли молодая пара успеет выстроить себе новое жилище. Вдали от дорог подступающей цивилизации команда Калипсо предоставит изгнанникам зимнюю квартиру. Бобры поселились вместе с нами на озере Фостер. Тот, что поменьше, все еще в шоке после неожиданного отлова. Это самочка. Мы назвали ее Кэсси. А молодому осторожному самцу дали имя Фостер в честь озера. Говорят, с бобрами можно поладить, если кормить их кусочками яблок. Мы попробуем. Нынешней зимой нашим гостям голод не грозит. Но чтобы выжить, им придется терпеть соседство человека. Интересно, станут ли Фостер и Кэсси нашими друзьями, если мы дадим им кров и пищу? И сумеют ли они после этого остаться дикими бобрами или же превратятся в зверей из клетки и коренным образом изменят свои привычки? Ведь зимовье в нашем коттедже может помешать им вернуться с приходом весны в естественную среду и самостоятельно построить себе дом. В Соскочеван пришла зима. Бобровые норы и коттедж Кусто покрыты утепляющим слоем снега. Забравшись в построенное человеком жилище, Фостер и Кэсси принюхиваются. Видно, чувствуют, что Сумиан проделывает для них лаз во внешнее заграждение. Есть надежда, что бобры воспользуются им, ведь в загоне они смогут общаться с естественной средой. Дверь клетки открыта. Юный самец Фостер делает первые шаги на свободу. Фостер осторожно разгуливает по дому. Хвост служит ему опорой, как в те моменты, когда он подрывает деревья или идет в лес на разведку.
осматривается, нет ли поблизости хищников. Вот он нашел лаз, но спускаться туда остерегается. Гораздо безопаснее вернуться на обжитую территорию, где, забившись в уголок, поджидает его Кесси. Подходящая одежда для долгой зимы. Унылую монотонность скрасил подарок индейского охотника кошечка-озорница. Север уже не балует своим гостеприимством. В коттедже замерзли трубы, и приходится доставать воду из проруби в ледяной толще озера Фостер. Прорубь необходимо поддерживать всю зиму, иначе люди останутся без воды. Как только буран уляжется, команда Кусто проведет воздушную разведку. Озорница с любопытством наблюдает за бобрами, которые уже освоились в коттедже. Фостер явно считает ее незваной гостьей на своей территории. Бернар де Ламотт сделал чертеж бобровых нор на берегу озера. Попытки озорницы вовлечь Фостера в игру остаются без внимания. Но она продолжает заигрывать с животным, которое своими зубами способно повалить дерево. Несколько недель мы были прикованы к земле. И вот, наконец, поднимаемся в ясный морозный воздух, чтобы впервые увидеть сверху заснеженную панораму северного Соскочевана. Расстилающаяся внизу красота захватывает дух. Даже забываешь, как нелегко в этом климате людям и животным. Одинокий лось, пробираясь по сугробам, ищет, чего бы поесть. Лось питается листьями и корой, а больше всего любит водяные растения. Но до весны ему придется посидеть на диете. Пытаясь ему помочь, люди разбрасывают сено с воздуха. Зимой оголодавшие животные становятся легкой добычей волков. Этот лось и его собратья отыщут сено по сладкому запаху летних трав. Два бобра в коттедже терпят присутствие людей, однако упорно пресекают происки озорницы. Фостер умывается, а сам неотрывно следит за киской, ожидая подвоха. А маленькая Кэсси понимает, что ей не справиться с озорницей. Уж лучше спрятаться.
А теперь и Фостеру приходится прибегать к обманным маневрам. Эти игры ему уже порядком надоели. Сиди смирно. Фостер желает, чтобы его оставили в покое. Озорница добилась того, что не удалось команде Калипсо. Фостер, который до сих пор игнорировал Лас, спускается туда, чтобы скрыться от игривой кошечки. Выйдя наружу, бобр на время воссоединяется с дикой природой. Между тем, разбрасывание сена продолжается уже с аэросаней. Неумолимая зима подвергает лосей и других животных северного края все новым испытаниям. У порогов Ивана и Бернара поджидает неожиданность. Они замечают бобра, потом второго. Он пробирается вниз по замерзшему руслу. Обычно бобры не рискуют ступать на лед, но этих матерых животных перевезли слишком поздно. Они не смогли выстроить себе жилье, которое защитило бы их от здешней жестокой зимы. Если бобру негде укрыться в разгар зимы, он почти наверняка обречен. Голодные существа преодолевают много миль, прежде чем находят себе скудную пищу. Для успешной ассимиляции животных лучше перемещать пары. Мы попытаемся им помочь. На порогах, их видно из окна коттеджа, мечутся два бездомных бобра. Природа обошлась с ними сурово. Они никак не могут найти, где бы укрыться от лютых морозов. Бобр втирает в шкуру масло, выделяемое из брюшных желез, делая ее непромокаемой. Если он промокнет до костей, это верная гибель. Когда земля покрыта снегом и льдом, самая страшная угроза для животного – голод. Мы режем яблоки на кусочки и кормим ими обездоленных бобров. Они страшно проголодались, но еще больше напуганы. Мы будем их подкармливать до тех пор, пока не потеряем из виду. В норах, занятых другими колониями, им тоже нет места, ведь бобры не жалуют чужаков. Возможно, им удастся захватить пустующее жилище и обжить его. Мы с удивлением замечаем, что бобры покинули берег и плывут под льдом озера. Когда они выныривают из нашей проруби, Франсуа Шарле фотографирует их. В нарушении всех законов природы они проплыли под водой целых 125 ярдов. Жаль, что мы не можем их изловить и поселить в нашем коттедже.
Это спровоцировало бы территориальный конфликт. Матерые бобры могут причинить вред маленьким Фостеру и Кесси. Надо найти другое средство помощи. Чтобы поддержать бездомных бобров во время зимовки, люди мчатся по замерзшему озеру за пищей для них. Они направляются к березовому подросту. Когда опадает осенние листва, под корой любимого бобрами дерева скапливается много питательных веществ. Наряду с добычей провианта мы также строим жилища для несчастных животных. Чтобы заманить их под кров, созданный рукой человека, мы раскладываем кусочки яблок и сухую подстилку. Смогут ли эти особи воспользоваться случаем? Не слишком ли они односторонне ориентированы? Вот они нырнули, а мы стоим и гадаем, придется ли им по вкусу новое жилье. Между тем в коттедже время ужина. Яблоки не входят в обычный рацион северных бобров, но для Фостера и Кэсси, которая вылезла из своего укрытия, едва озорница угомонилась, они уже стали своего рода деликатесом. В отличие от кофе, к неудовольствию Бернара, Фостер так полюбил яблоки, что одного кусочка ему мало. Он хочет все целиком. Вот так постепенно исчезают все наши яблоки. Ночью мы ныряем, чтобы проверить, понравилось ли двум неприкаянным бобрам наше импровизированное сооружение. У подводного входа в нору люди, как ни странно, обнаружили не двух взрослых бобров, а одного малыша. Должно быть, отбился от своей колонии. Такое с малолетками случается. Бобренок, как утка, перебирает своими перепончатыми лапками. Резво загребая конечностями, он помогает себе мощными вертикальными ударами плоского хвоста. Пора бы юному переселенцу выбираться из воды и занимать сухую квартиру. Отказ двух взрослых бобров от нашего гостеприимства огорчителен, тем более, что они слабеют на глазах. Шарле продолжает их снимать, пока они упорно курсируют от проруби к порогам через все озеро. Осенью хвосты их были толстые от накопленного на зиму жира, а теперь отощали, обмякли. Так бобры и бредут навстречу неведомому будущему.
Их жесткая защитная шкура покрылась коркой льда. Видимо, у бобров уже нет сил ее вылизывать. Яблоко они с готовностью принимают. Теперь голод сильнее страха. Прежней недоверчивости как не бывало. И вновь бобры пускаются в путь. Только бы инстинкт вывел их к соседним прудам, где, возможно, еще сохранились покинутые другими бобрами норы. В северном Соскочеване температура воздуха достигла 55 градусов ниже нуля. Два бродячих бобра не показывались уже несколько дней, ни на порогах, ни близ коттеджа. Люди ныряют в прорубь, что возле озерного жилища. Надо проверить, не обосновались ли там бобры. Водолазы натыкаются на запасы бобровой пищи. Один сучок обглодан совсем недавно. Нора находится поблизости. Переходы, ведущие к устроенному над кромкой льда гнездышку, завалены камнями. Жилище необитаемо. Теоретически бобры способны своими острыми зубами прогрызть лед, но толща такая мощная, что едва ли им это удастся на практике. Есть надежда, что бобры двинулись дальше и, наконец, благодаря инстинкту, обрели надежную пристань. Зима, длившаяся 8 месяцев, наконец уступает место весне. Бобры выходят из заточения и отправляются на первую подводную охоту. Утки вернулись с юга для разведения потомства. А полярные совы, зимовавшие здесь, уже вывели большеглазых птенцов. Сезон биологического обновления вдохновляет и команду «Калипсо». Вот появляется орлан белоголовый,
вымирающая особь. Индейцы, завидя его, восклицают «Йохо», выражая свой восторг. В сопровождении Кита Хэя капитан Кусто пересекает озеро Фостер, направляясь к реке и бобровым прудам, которые ранее обследовал вместе с экологом. Приближаемся к плотине. Вон там, видите, небольшая брешь. Мы-то думали, они ее заделают. Ну что ж, весьма характерно для весенних повадок бобров. Когда начинается весеннее половодье, тает снег, и вокруг столько воды, и они уже не заботятся о ремонте старых плотин. Пруд, как видите, все равно полон, даже при этих пробоинах. Спешить им некуда. У них впереди целое лето. А вон там, смотрите, сплошные руины, как после бомбежки. Я думаю, они все перетащили к себе в нору для пропитания. Там были их зимние запасы, которые теперь все съедены, или их отнесло половодьем вон туда, к скалам. Гижуас опускает микрофон через вентиляционный люк речного жилища, чтобы послушать, что там делается. Семейство бобров копошится в норе. Родители воркуют над новорожденными. Звуки семейного счастья. Теперь отряд Кусто движется к противоположному берегу озера, где еще осенью они следили за жизнерадостной бобровой колонией. Но Бернар докладывает, что в жилище, выстроенном на каменистом берегу озера, незаметно никакой весенней активности. Кажется, здесь пусто. Видно, покинули нору среди зимы. Да, едва ли семейство смогло бы тут выжить. Шансы невелики. Наконец мы решаем вскрыть нору. Иван и Бернар осторожно раскапывают грунт, подбираясь к жилым помещениям. Действительно ли бобры покинули нору, или на них напали хищники? Мы волнуемся, словно археологи, раскапывающие несметные сокровища египетской пирамиды. Как только люди проникают в гнездо из сплетенных веток, воцаряется гнетущая тишина. Мертвы. Мертвы. Знаете, животные часто ошибаются в своих прогнозах. Такова ирония судьбы. Вот вам наглядный пример их ошибки. Известно, что бобры порой валят деревья на себя и погибают при этом. А в данном случае они сперва не рассчитали глубину воды, а потом не смогли прорыть туннель своим припасам, которые разместили слишком глубоко. Для пущей сохранности. В результате сами хозяева до них не добрались. Ведь бобры в спячку не впадают. Они должны всю зиму питаться. Следовательно, их сгубили две стихии. Холод и голод. Смотрите. Видите, как они... отощали. Этот вроде маленький. Да, годовалый. А вот этот матерый.
О, а тут совсем крошка. Хотя нет. Нет, тоже подросток. Прошлогоднее потомство. Видите, здесь много обгрызенных щепочек. Видимо, их последние трапезы. Но взгляните сюда. Видите? Невероятно. Почти круглая деревяшка. Они ее жевали. Оголодали, бедняги. Да, ели все. Даже внутреннюю обшивку норы. Бобры построили себе дом на мелководье и на твердой почве. Ошибка в расчетах превратила их жилище в могилу. А Фостер и Кэсси благополучно пережили зиму. Настало время возвращаться в естественную среду. После столь долгого заточения они, возможно, не захотят расстаться с уютом и сытой жизнью коттеджа. Теперь лидирует Кэсси, маленькая робкая самка. Ее далекие предки были гигантскими сухопутными млекопитающими длиной более 7 футов и весом 800 фунтов. Нынче же бобр неуклюже выглядит на суше, но Кэсси охотно возвращается в свою стихию. Когда вслед за ней устремляется и Фостер, я понимаю, что все попытки установить контакт с нашими протеже потерпели неудачу. Мы предложили им дружбу, и хотя они по необходимости обитали с нами под одной крышей, но относились к нам настороженно. А сейчас располневшие, но не утратившие независимости, они рвутся на свободу. Кто следит за бобрами и видит, как один выныривает из воды. Другой ныряет под навес и по каменистому дну удирает к заболоченному берегу озера. Фостер и Кэсси не совершат ошибки в выборе места обитания. В начале будущей зимы им исполнится уже по 3 года, и они начнут размножаться. Они так привязаны друг к другу, что их союз выдержит весь отведенный им 20-летний срок жизни. Наблюдая за Фостером и Кэсси, мы думаем о том, где кончается инстинкт и начинается разум. Кто они? Эти великолепные строители плотин, жилищ и каналов, запрограммированные машины или мыслящие существа, чей ум радикально отличается от нашего. Да, бобры, без сомнения, одна из самых любопытных загадок живой природы. На просторах Северной Канады Кусто изучал повадки бобров в условиях двойного прессинга, суровой зимы и влияние человека на окружающую среду. Беседуют Кусто и эколог Кит Хей. Как вы оцениваете будущее такого жилища? Останутся ли они там надолго или их припасы уже истощились? Ну что вам ответить, Жак? Бобры в озерном краю Соскочевана, судя по всему, живут по закону естественной экономии. Наверняка и мы бы в данной ситуации считали каждый доллар, каждый цент. Если цена жизни слишком высока, то есть если добывание пищи требует чрезмерных усилий, значит жизнь здесь нерентабельна. И надо переселяться на новое место. —
Экспансия человека, охота и отлов зверья всерьез угрожают краю бобров. Но даже добрые намерения, искренние попытки защитить бобра показывают, что наше вмешательство в природу всегда непредсказуемо и порой приводит к печальным последствиям. Лишь когда мы узнаем больше о сложном механизме жизни, мы сможем по-настоящему сохранить то, что осталось от некогда безграничного наследия природы.